С началом СВО волонтерское движение в регионе значительно расширилось. Добровольческие отряды есть в каждом уголке нашей области. Цельник группы волонтеров «Сердечный зов» заработала с мая прошлого года. За это время численность добровольцев выросла до 1100 человек. Начинали, как и все волонтеры, с помощью участников СВО. Хотели начать плести маск-сети, нашли материалы, нашли на просторах интернета методы плетения маск-сетей. Потом мы наладили все это в пунктах наших. Сначала было их немного, на сегодняшний день 14 пунктов. Потом уже подтянулись другие виды деятельности. Кроме маскировочных сетей, добровольцы изготавливают сухие супы, блиндажные свечи, долгогорящие спички и другие полезные в военном быту вещи. Жительница Ульяновска Юлия Куценко с позывным «Мам Юля» приехала на форум в Цыльну для того, чтобы поделиться опытом с местными добровольцами. Юлия для наших парней делает сухие супы, консервы, тушенку, а сейчас вместе с единомышленниками начала шить. А сейчас мы помогаем активно госпиталям, шьем такие шорты-бермуды для раненых бойцов, у кого на ногах опала Тализарова, на липучках. Вот просили привезти образец, показать, наверное, тоже шить будут. Подобную помощь фронту оказывают десятки волонтерских групп со всех районов Ульяновской области. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.